Президент Порошенко сегодня подписал несколько законов, в том числе об ограничении пенсий работающих пенсионеров. Еще один закон необходим для получения кредитов от МВФ. По оценкам экспертов, бремя по выплате процентов станет еще одним ударом по людям. При этом и сам Порошенко рассказывает о том, какая жизнь ждет граждан страны в ближайшее время. Судя по его словам, надеяться на улучшение ситуации не приходится, будет только хуже. В интервью национальному телевидению Порошенко заявил, на решение острых социальных проблем в бюджете денег нет. А цены на газ и хлеб растут как на дрожжах, а вот уровень жизни наоборот. Уровень жизни на Украине падает с пугающей скоростью и постоянством. Это можно проследить по ситуации с хлебом лишь в одном городе, в Одессе. Для целого слоя малообеспеченных украинцев хлеб по-прежнему главный пищевой продукт в рационе. А с ним дела все хуже. Цены на него в Одессе повышаются с завидной регулярностью. Сначала хлеб подорожал в среднем на 15-30 копеек, но уже тогда нищие одесские старики были в ужасе. Вчера я брала 5 рублей, сегодня же 5-15. Какой-то хозяин делает. Хозяин? Какой хозяин? На руководство такое. Нам одной рукой добавляет пенсии 5 рублей, от насколько все дорожает. Потом хлебобулочные изделия подорожали снова и уже не на копейки, а на гривну и больше. Сейчас батон обеденный стоит 6-7 гривен, и это не предел. Один из производителей предупредил, что вскоре такой батон будет стоить все 10 гривен. Минувшим днем одесситы вышли из-за этого протестовать. Участники пикета у хлебозавода номер 4 перекрыли проезжую часть у ворот предприятия. Между тем, власти Одессы уверяют, что в их городе хлеб даже дешевле, чем в остальных регионах. Но пенсионерам и вот этим инвалидам, беженцам из Донбасса, от таких увещеваний не легче. Эти 200 инвалидов живут в санатории под Одессой, живут на птичьих правах. Раньше все оплачивали благотворители, но с сентября эти люди живут в долг. На сегодня они должны уже 9 миллионов гривен. Продукты в здравницу не заводят с прошлого года. Ни мяса, ни рыбы. Рацион диетический. Даже слишком, говорят повара. Подкармливают местные жители. Люди собирают по 2-3 картошки, там пару луковиц, 2 морковки. На этом безрадостном фоне президент Украины сделал заявление, способное кого угодно вогнать в уныние. Четверть промышленного потенциала страны, по его словам, сейчас не используется. 10% предприятий физически уничтожены. В обозримом будущем инвестиций ждать не приходится. Если кто-то понимает реформы как улучшение уровня жизни людей, то это неправильное понимание, потому что это популизм. Я обещаю, что на Украине мы создадим новую, другую экономику, и мы сегодня победим коррупцию. Иными словами, никто не обещал, что будет лучше. Обещали реформы и борьбу с коррупцией. Впрочем, и по этим двум пунктам все становится лишь хуже. Взять хотя бы то, что сам Порошенко так и не продал свой бизнес, как обещал перед выборами, а наоборот, расширил его. Аффилированные с президентом Украины Петром Порошенко структуры кондитерской империи «Рошен» за год, когда шла война, когда разваливалась страна, увеличила свои доходы в 9 раз. Это официальные данные. И точно такие же доходы увеличивали люди, имеющие на своем вооружении или в своем подчинении боевые отряды. Недавний скандал, разразившийся вокруг «Рошен», отчасти демонстрирует нынешний стиль работы корпорации Петра Порошенко. Ее представители впрямую угрожали руководству британской фирмы, с которой у «Рошен» возник конфликт. Журнал «Ньюсвик» рассказал, началось с того, что кондитерская корпорация разорвала контракт с архитектурным бюро «Йонс Ист Эйт», проектировавший для «Рошен» молочный комбинат в Виннице. Сделанная работа не была оплачена в полной мере, а в августе завод был запущен. Архитекторы уверены, что таким образом их проект украден и реализован. Бюро намеревалось отсудить у «Рошен» 140 тысяч долларов. И тогда последовали угрозы директору «Йонс Ист Эйт» Ханне Никифоровой, которая, по словам ее заместителя, в итоге в панике уехала с Украины. Директор сказала, что ей позвонил некий известный нам человек и стал насмехаться над нами и нашими попытками дать бой «Рошену» и Порошенко. Директор явно была расстроена и плакала у себя в офисе. Это было в пятницу 27 февраля. «Для спасения своей репутации он пойдет на все», — говорила она. «В связи с увольнением нашего директора мы начали процедуру передачи этих полномочий мне. Из-за этого подача судебного иска откладывается». Ситуация с коррупцией, по мнению многих украинских бизнесменов, еще хуже, чем была при бывшем президенте Януковиче. Масса различных служб контролирующих, которые приходят, требуют деньги, но не поймешь... При этом тут же приходят другие службы и по этим же вопросам опять же требуют взятки. Да, судятся, да, пытаются решить в правовом плоскости проблемы
Но завтра приходит тебе какой-то комбат батальона и говорит, решение суда абсолютно не интересует, и забирает твои средства. В стране идет война, а она, как известно, все спишет. Именно этот принцип, похоже, исповедуют многие чиновники и высокопоставленные украинские военные. В этой сфере сейчас крутятся почти все деньги Украины. По признанию самого Порошенко, на войну в этом году будет истрачено 90 миллиардов гривен. Это 4 миллиарда долларов. О каких реформах в таких условиях можно говорить? Те, что проводятся, лишь ухудшают ситуацию. Глава движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук уверен, что решения правительства, принимаемые под давлением МВФ, отбрасывают Украину на десятки лет назад и обрекают граждан на долгие годы нищеты. Не успели украинцы прийти в себя после новости о том, что с апреля в разы повышаются тарифы на электроэнергию для населения, как Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг сообщила о росте тарифов на газ. Это не было неожиданностью, поскольку это было одно из требований МВФ. Неожиданностью стало другое. Цена на газ для населения повысится почти в 7 раз. Украинцы рассчитывали хотя бы на поэтапное подорожание, да и власти долгое время обещали, так и будет. Но, видимо, чтобы задобрить международных ростовщиков, с народом решили не церемониться. Полгода назад, по словам Медведчука, украинцев уверяли, что парламентские выборы станут настоящей перезагрузкой власти. Провластные структуры обещали социальную защиту и высокий уровень жизни. Выборы прошли, но в итоге все обернулось для населения беспрецедентным за всю историю независимости повышением цен, сокращением социальных расходов и обнищанием. Кстати, сегодня ровно 100 дней, как работает новая Верховная Рада. И вот как оценивают ее деятельность простые граждане на улицах украинских городов. Недовольна Верховною Радою. Нічого вони не тут. Повищення цін, все, квартплата сумасшедша, що це чотирьохкомнатна буде 3,5, а в мене пенсія 1050. Я сильно сомневаюсь, что они сейчас что-то сделают, потому что не вижу, что они вообще что-то делают. Что назвать реформами? То, что запустили руку в кошелек работающим пенсионерам? Это без комментариев. С таким мнением улицы во многом перекликаются результаты опроса экспертов. Фонд «Демократические инициативы» попросил политологов и экономистов Украины дать оценку 100 дням работы Верховной Рады по 10-бальной шкале. В итоге парламент получил лишь 4 балла, что по более привычной 5-бальной шкале – твердая двойка. Павел Пчелкин, Наталья Литовка, Дмитрий Синицын, Первый канал.